интересно сейчас будет. Может, сразу блокировочку включу переднюю. Включу переднюю. Пониженная, шикарно едет. Андрюха, снимай! Блин, надо напоминать. Так, движ очередной, так называемый спецучасток. Ну и, конечно, герой дня. Хлопцы пока не едут тут. Я там перегородил, конечно, удачно поставил. Все, каже, отъезжать не надо. Ох ты ж, мамочки мои родные. Вона я как-то стрекоза. Она ж, видишь, ходов, получается, нету у нее, понял? Видишь, ходов? Ну, ходов нету, видишь, типа? Ага. Типа она... Да, ответствие. Да. Так можно и перевернуться, да? Ну, я думаю, что запросто. Ну, мне страшновато, допустим. Так, ну и хлопцы там едут. Да, залопас вообще шикарно. Впереди блокировка включена, и вообще мы даже не останавливаемся, едет все время она. Так, уперся. Сейчас поменяем траекторию. Передние блоки едет, задний не включен, на одном переднем едет. Ну, ниже всего, естественно. Тут хорошее место, сейчас мы его протестируем, там где Чероки сидел. Тут такая глина жесткая. Ну и колея приличная. Все блоки включил и едет. Так, тут какой-то бетон впереди.
включил подсос. Смотрите, что происходит. Некому снимать. Все где-то далеко. Вот все блокировки. Поехала, поехала. Ёханый бабай. Уехала сама. Но без меня ей легче. Но нормальная тачка. Ёханый бабай, успел. Блоки, да. Но без меня поехала нормально. Я думаю, тут по сложности не слабо. Судя по тому, что ребята еще там едут, то тут можно покататься. Включаешь одну блокировку, потом вторую. Ну все. Зиджей не едет. Не хватает блокировок. Поменял траекторию и поехал. Димон, ну ты снял хоть как едет залупас? Ножка снял, да. Ну только что вы за мной ехали. Да. Там просто понял, когда глаз капот вот так поднимает, я ничего не вижу. Выходить надо. Что там? Не едет? Ну как же здесь засадка едет? Да ну ладно. Что? Ты ж проехал? Я уже два раза сел. Да? А я проеду? Я сейчас пойду. Давай. Вот там хорошее место, вон. Блин, затирают. Вот это очень плохо, когда затирает. У меня вроде не затирает, да? Там он место, вот та траектория шикарная, где в прошлый раз все сидели. Сейчас я по ней ехал, смотри. Посмотришь потом в Ютубе. Вон Витара. Давай, давай, давай. Стой, 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 что-то там оторвали. Подожди, не едь. Надо куда-то цеплять получше место, а то слабое для бездорожья. Так, там хайджек даже есть. Коробочка какая-то с едой, наверное. Чуть-чуть вправо, руль вправо, 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 поехали. Не-не, еще больше вправо надо. Все, вот так прямо едем, 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 едем. Так, у вас спасает патрол. Обычно всегда наоборот, но у нас все по-другому. Вадим решил уже до финиша дотащить. Да, тут траектория непростая. Ну вот патрол на веревке. А я ходом, да, здесь поеду? Без веревки. Готов ты к съемке? Ну, Саня едет. Я думал, сюда поедет, не объехал. Давай по следам, где патрол не ехал. Проверим более серьезный внедорожник. Так, солнце заслипли. Заровин на старт выезжая.
Не-не-не. Підрівнюється. Так, пробуємо спочатку без блокировок. Или заднюю включить. Давайте заднюю сразу включу, чтобы не застревать. Так, перші кілометри залупазно після ремонту. Ось де патрол тільки що тащили на вірьовці. Бочком. Хороша яма. Передньою балкою він майже чіплявся, але пройшов. Так, запкує трохи розгончик. Блокировка чуть-чуть ходом. Не встигаю я за ним. Трохи тачку береже. Карданчики так гарно працюють, все рівненько, бороздаться. Неплохо идет. Так, не встигаю я за ним. Колесо відривається від землі. Ну і там фініш. Сейчас еще проходочка в обратную сторону. Так. В зворотньому напрямку. Знову пазл їде. Еще раз на второй. Не включил, без передней. Так, кипим. Суху погоду. Щось в нього, щось в тебе закипіла машина. Щось закипіло. Ну гуши тогда. Вентилятор, наверное, не включился, судя по всему. Блин, как-то я остановился неправильно. Уровень капота покажу. 2 метра с росту. Вентилятор.
Щось... просто где-то патрубок, наверное. Щось вона закипіла трохи. Ні, где-то патрубок рванула просто. Це погано. А, злетів патрубок. А, злетів? Да. Ну тоді нічого страшного. Я гадав, що ти на залопазлі інструмент. А, ні, ну тут машина підготовлена, як нічого. Не викладаєш. Викрутки не потрібні. Просто слетів патрубок. Ось здорово так виглядає. Давай, покажу. Просто слетел патрубок. Вот этот. Сейчас надо раскрутить, одеть. Так, Вадим. По этим же. Ну вон у Вадима есть сейчас. Опа, опа, опа. Нормально едет. Ты хоть это не выкладывай. Включаю, все, починили, патрубок одели. Видео включили. Давай. Только не поспешай. Хорошо, еду на первой медленно. Да. Так, зараз буде місце засадне. Де був патрол чорний, де його УАЗик тягав. Так. Палкою він впирається трохи. Він балкою впирається. На тому тижні десь на цих було дуже вогко. Навіть УАЗик на вояках впирався в ці холмики. Ой, не встигаю я знову. Щось в нього якась понижена дуже швидка. Чи він поспішає? Ну так, да, тут потрібно балансувати. Щоб і швидкість гарно тримати. Щоб через ці кочки переїжджати. Дуже люблю цю ділянку. Може колись і я тут прокачусь на своїй машині. На Санта-Фе я тут їздив, але то було таке. То було не їзда. Антифризом трохи пахне.
до оффроуда пока не едет. Так. Гитара уже сидит. Без задней блокировки, без передней блокировки сейчас еду. Тот проезд был на дух. Вон Черкес. Так. Бампер уже доломал. Ну то таке. Черкес передо мной. Ну, уже высушили мы траекторию. Плохо едет вроде как. Неплохо. Лебедку новую испачкал. Отмечаем, короче, первый проезд. Глумятся над залупазом, да? Он постоянный. Давай на его просто покинем этот. Да не, починят сейчас, наверное. Попробуем. А, плюс подать, да? Мы дадим просто плюс постоянный.